Инвалидность не приговор. Даже имея ограниченные физические возможности, найти работу можно. По крайней мере, в этом обещает помочь представитель областного центра занятости. Сотрудники службы в этом году уже смогли трудоустроить каждого пятого инвалида из числа тех, кто числится на учете. Считают этот показатель позитивным. Проблема социальной адаптации людей с ограниченными возможностями остается актуальной для нашего города. Одной из трудностей, с которыми сталкиваются инвалиды – трудоустройство. На сегодняшний день всего около 10% таких людей смогли найти работу. На работу инвалида сейчас практически никто не берет, потому что и так не берут на работу даже здоровых людей. Положительная тенденция есть там, где люди понимают, что такое инвалид, как ему трудно в четырех стенах, даже психологически. Обсудить эти проблемы и найти их решение сегодня в областном центре занятости за круглым столом собрались представители общественных организаций и работодатели. На сегодняшний день все активные формы работы, которые используют центр занятости, мы очень активно и очень плодотворно применяем и по отношению к инвалидам. Мы активно привлекаем этих людей к общественным работам, и это позволяет им адаптироваться в обществе и чувствовать себя полноценными людьми. С начала года на бирже труда состояло 920 человек с инвалидностью. Трудоустроились из них только 170. Поднять эти показатели в центре занятости рассчитывают благодаря всеукраинскому конкурсу социально ответственных работодателей, который стартовал с 10 мая нынешнего года.